Esmu Ventspilī, Ventspils stadions. Cik spēļu, cik golu? Labi, golu ne tik daudz, bet arī bija ir sasisti šeit. Bet šodien ne par mani. Ventspilī ir viens cilvēks, ar kuru savulaik asociējās futbola klubs un visa Ventspils pilsēta. Tas ir slavenais ne tikai Latvijā, es domāju, ka arī Eiropā un visā pasaulē viņu pazīst. Aleksejs Molodojs. Зажигалка. Я вспомнил... Андрея Бутрикова вспомнил. Игроков куча, сейчас обидится, побежается. Что ты говоришь? Игроков куча, обидится, побежается? Побежаются игроки, кого-то... Я свидетель, не обижайтесь, меня тоже не назвали, так что все, влог закончен. Слушай, нет. Все венспусские ребята, которые играют в Венспусы, конечно, там... Эдик Тиденберг, да, потому что ну, он свой, да, вот он свой, да, Макс Уваренко, как бы, да, но он свой, ну, это просто, как бы, да, это, ну, свои ребята, все, кто играли в Венспилсе, они все по-особенному, да, то есть, а Витя Лукашевич, который умудрился из Венспилса попасть в сборную, когда только из Конта можно было попасть, играть в таких матчах, человек у станка стоял в порту, да, то есть, и на таком уровне, если бы не его проблема, да, там, с галиками, да, то есть, он бы там еще играл, там куда он, в Самару его звали, по-моему. Крылья Советов Самара его готовы было взять, да, там Москва, да, Торпедо ЗИЛ. Знаешь, человек, да, там, или Саша Жижманов, да, который тоже у станка стоял, а вышел, попал, блин, в сборную, сыграл в сборной в Греции на выезде, блин, выиграли греков, Марис забил, да, тогда, понимаешь, это вообще космос, это люди, понимаешь, вот он сейчас тренирует малышам. Конечно, на него вот так вот должны, я не знаю, не знают, кто не их тренирует даже, или не нет. Знаю. Человек сборной Латвии вот так вот из-за станка, грубо говоря, поехал на выездной матч с греками тогда, да, и сборная Латвии. Ну, космос, понимаешь? Алексей, хотелось тут вспомнилось. Игра в Лепое, да, Минск. Да, что? Ты болел за Минск? Да, Динамо Минск — это наши друзья долгое время и до сих пор. У нас есть контакт с Динамо Минск, Висла Плоцк, Петрохимия Плоцк и Московский Спартак. Мы ездим на турниры, вот тоже осенью были на турнире. То есть, ну вот подумай, да, Венспилс маленький такой, да, маленький коллектив, но мы уже там 10 лет подряд турнир происходит. И мы на этом турнире как бы многократно были, участвовали. Зовут постоянно. Да, то есть нас зовут, за что ребятам большое спасибо. Для нас это как глоток, знаешь, свежего воздуха. У меня еще вопрос к тебе личного характера. Жига, наш капитан, где родилась и почему? Я думаю, что родилась, наверное, на матче со Сконтом или чуть раньше. На Сконто стадионе, на выезде, да, когда ты гол забил, подбежал, этот твой прыжок, фото есть такое, да, очень легендарное. Да. Вот. Родилось, наверное, потому что ты один из немногих футболистов, которые с нами общались. Да, все же как бы... ФКВ как не команда, а как группа фанатская, да, футбольный коллектив, фанатский коллектив Венспилса, да, ФКВ. Mm-hmm. Вот, он все-таки немножко так обособленно всегда держался, да, и то, что часть людей все же в Риге проживает, да, часть Венспилса, и как-то, ну, не было такого прямого контакта, может, футболисты боялись общаться с нами, да, а ты не боялся, да, то есть ты не боялся, ты всегда шел на контакт, ты был открытым, ты какие-то вопросы задавал, там, и приятные, и острые, и всегда мог что-то объяснить и так далее, подойти, спросить или рассказать за ситуацию за какую-то произошедшую, да, то есть поэтому, но при этом у тебя не было капитанской повязки, да, хотя, то есть, ну, в наших глазах ты был именно тем, ты был капитаном, который, ну, именно с нашей стороны, с фанатской, который мог всегда подойти, пообщаться, объясниться, ты мог в игре всегда, там, если забьешь гол или какая-то ситуация, подойти, там, не знаю, какой-то жест показать, да, как-то, ну, то есть нас взбодрить, да, там, как-то подблагодарить, может быть, ну, то есть это же в нашем футболе, в латвийском, вообще в постсоветском, я думаю, что очень мало игроков, которые ведут себя таким образом, да, он, почему Гаурач все, торпеда, все за Гаурач, да, потому что человек такой открытый оказался, да, который не боялся ни руководства, никого, шел на контакт с фанатами, да, как бы всегда с ними общался, после неудачной игры мог подойти, извиниться за результат, за свою игру, за игру, там, коллег, да, как-то попытаться объяснить, конечно, фанаты к таким людям будут всегда, ну, тянуться и считать такого человека своим. Есть сейчас в наше время какое-то движение, которое тебе нравится и, в принципе, может быть, могло бы вырасти во что-то более серьезное? На данный момент, к сожалению, нет.
То есть нужны люди, которые в этой теме развиваются, кому это надо, у кого горят глаза, кто этим болен, кто этим живет. Сейчас-то информации очень много. Я говорю, повторюсь, это тебе не дремучие 90-е. Сейчас в Ютубе, в Инстаграме, в Фейсбуке есть очень много информации о том, что, как, почему и так далее. Но человек должен интересоваться этим, он должен понимать в этом. Ну, как минимум один человек, которому это дорого, вокруг которого начинается формироваться движуха. Да? Смотрите, когда люди получают зарплату, да, главный человек, который бьет по барабану, получает зарплату, он при этом получает зарплату барабаня за ТТТ, он барабанил, когда был Липан на сборной Латвии по хоккею, Липан не стал, этот человек почему-то больше не барабанит, да, это как фамилия. Все понимают, о ком идет речь, да, то есть получается, что ну, когда люди за деньги, когда им там чипсы выдают с пивом, да, после матча, вам никогда не давали пиво и чипсы? Нет. Не давали. Нас могли взять в чартер в Португалию, вот как ты говоришь, да? Были свободные места. Нам могли помочь с транспортом, доехать куда-то, там, не знаю, в Европе, помочь или в Латвии, когда важный матч, ты понимаешь, что или мы сядем в пятером в машину, да, приедем, или все-таки приедет бус, да, грубо говоря, побольше народу, потому что кто-то может себе позволить, кто-то нет, потому что, кажется, Латвия маленькая, но все равно ты едешь туда-обратно, деньги на бензин, тебе нужно покушать, тебе нужно, если ты пиво еще захотел выпить, это все как бы деньги, понимаешь? Но так, чтобы нам платил кто-то за это, да, кто-то, и с деньгами такого не было никогда, да, и... Если кто-то из фанатов других клубов, вот, ну, условно, Риги, РФШ, обратиться к тебе с просьбой о помощи, не знаю, теоретически, практически... Скажу, что ко мне обращались клубы, но... Скажем так, у меня есть один клуб, футбольный клуб Венспилс, и я готов, ну, это мой клуб на всю жизнь. Да, где-то что-то подсказать такое, ну, по-доброму, какие-то комментарии, ну, наверное, да. Но, повторюсь, это должно быть интересно тем людям, которые спрашивают, да. Они должны понимать, что они спрашивают, они должны интересоваться этим, им надо, чтобы это было им, как бы, ну, важно в жизни, да. Если это как-то поверхностно, если человек здесь работает, как бы, при клубе, если он там еще в какой-то федерации, там, сям, пятое, десятое, и, типа, занимается молодежью здесь, там, не знаю, в Риге или в РФШ, ну, это, мне кажется, несерьезно. То есть, ну, рано или поздно, наверное, должны, по идее, должны появляться такие люди, да, которые выстреливают. Там было у УВФ, да, там один человек, ну, как бы не нашел окружения, да, там был, вот мета, да, тоже ребята двигаются именно в направлении ультрас, да, но как бы тоже их мало, такая больше банда друзей, пить пиво, куда-то съездить, да, то есть... Что важно, тоже неплохо. Что, да, это отлично. Барнс, да, парни. Но, я говорю, мне повезло, что в такой момент вокруг меня оказались там нужные люди, да. И вот если бы этих людей не оказалось, может быть, я бы поездил год, два, три, вот так с Арисом походил бы на трибуну, да, вдвоем. Потом бы тоже опустил бы руки, сказал, да ну нафиг, да, все это, вся эта движуха. А получилось, что каждый раз, когда мы начинали куда-то падать, рядом оказывались новые люди, которые придавали новый такой толчок движухе, да. И все время мы шли вперед, 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 нарастали. И вот самый пик, вот это 2007, 8, 9, 10, 4 таких золотых года, я бы сказал, да, для нас. Вот, ходите на футбол, болейте за свои родные клубы, неважно сколько вас, один, два человека, неважно где команда играет, в какую погоду происходит футбол. Не надо стесняться, будь одному, будьте всегда вместе, всегда вашим всем молодой, лучшими пожеланиями.